Данный раскиселитель у нас это органо-минеральное удобрение с кальцием, бором и гуми. Гуминными кислотами. Для чего его сыплю? Ну, на всякий случай, потому что я не проверяла на кислотность почву, а вишня весьма капризная барыня к этому делу. Она очень не любит кислую почву. В случае, если у вас кислая почва, раскисление обязательно для вставания хотя бы раз в 3 года нужно проводить. Желательно по осени, каждый год. И следить за кислотностью, иначе она будет расти, но плодоносить она вам не будет.